Hey all guys, с вами Шимити, и мы продолжаем проходить игру под названием Cube X-Space Case 23. Так, ну что? Мне нужно кофеёчек себе тогда сделать. Такой, забахать-то, ну-ка, сейчас. Подождите, сделаю так. Как-то ровненько. Вот так вот. Так, кофеёчек нужно сделать. Что у меня по внешности? А, и ты змей? Это я. Лакин выгляжу terrible. Ну, типа, либо заросшим, либо усталым. Давай, типа, бреюсь. У меня как раз есть, это ж, типа, опасная бритва. Давай. И минус пол лица давай. Все. Так, чайник. Где мой чайник? Ладно, волосы смыть. Ну, в основном они не могут смыться, потому что они застревают. О, птица. Молодой, короче, птенец. Эк. Котик, будешь кушать? Все? Окей. Так, кофе. Что это у меня? А, это, я думал, это типа бумага. Это кофейный этот фильтр. Так, стопы. Воду мне нужно сюда вылить. И сюда же типа готовится уже само кофе. Так, выключить. Так, фильтр. Кофе. Делаем себе кофеечек. Так, давай. И все, хватит мне кофеечку, все. Так, ладно. Нужно возбудиться и попить кофеечку. Пока я еще его не выпил, нужно посмотреть, как там мой подозреваемый. Ну, сидит, пока что все хорошо. Так, ладно. Так, предсказание, да? Предсказание кофе мне дало 247. 247, записал. Окей. Так, 247. И это у меня от вот этой хери. 247. Ну это мой заключенный. Заключенный мой. Ну честно, не страшно. Ты повесил. Мой. Почему? Он повесился. Так, черный куб. Ага. Кошак ушел. Он покакал и выстрелил мне яйцо какое-то. Так, что мне еще вообще есть? Черный куб я переставлю сюда, чтобы он мне не мешал. Черное яйцо сюда. Кофейник, в принципе, можно уже тут оставить. Он мне не нужен. Знаешь, яйцо я переставляю сюда. Это так сюда. Так, бумага, фломастер я сюда ставлю. Так, идемте. Так, вот это херь, да? Это типа, я не знаю, это как бы рентген, она подобие типа того, карта. И она мне что дает? А, это типа проектор. Да, вот светится, типа и проектор идет. Вот это я сейчас записку собрал. Тут слова подчеркнуты. И у меня есть пишущая еще машинка. Вот я заметил, она постоянно что-то пишет.
И это, скорее всего, что-то тоже дает. Ладно, выпишу слова. Мужчинам. Волкет. Волкет. Лейк. Потом мил. Стопит. Короче, мужчина шел и остановился около мельницы. И номер. Number. Жесу. Number. Шел какой-то мужик старый. Остановился он у мельницы. Так, man. Окей, walking. Well. Шел, короче, такой мужик. Видит мужик мельницу по пути. Так, мел. Такой идет, идет себе. Может быстрее идти, мужик. Так. Сто. Идет такой мужик, идет, идет. Долго он идет, долго, долго, долго. Но он уже, если что, увидел мельницу такой. Он не дойдет. Грустные смайлики. Он остановился. И номер нам бер. Рс. Все. Так, чернила и 392. 392. И я получил код 392. Окей. Да. Я здесь типа могу рисовать, да? Или что? Типа вот так, да, все такое. Да, могу здесь рисовать. Так а что оно мне дает, честно говоря? Я не могу понять. Где-то я видел рисунок. Только где я видел рисунок, я не помню. Еще один минус, о котором я не помню, я не помню, я не помню. Так, забрать number, цифры. Да, это остается там, где зарисовывал. Хорошо. Так, единственная подсказка, что был мужик. Так, шел, короче, старый мужик, остановился около мельницы. Через какое-то время. Окей. Давайте тогда то, что у меня сейчас есть. Сделаем. 3. 9. 2. Ага, это мне нужно сюда кубы вставлять. Хорошо. Значит, еще рано. Так, не вытирайте ничего. Ничего не вытирается. Хорошо. Так. Есть ли у меня вообще какие-то еще подсказки? Ага, есть. Вот подсказка. Так, от мельницы мы идем типа к этому. К пещере. Проходим, где-то там цепляем мост. Потом чепел.
церковь типа доходим, дом мы вообще не трогаем, и кабинку типа сараем. То есть тык-тык-тык-тык, типа пентаграмма. Окей. Тогда делаем вот как. Так, где могу рисовать? Вот и, короче, я, да, здесь. Я такой иду, как я понял, сначала в пещеру. От пещеры сюда, к церкви, потом к мосту и сюда. Хорошо, буковка здесь была одна. И вот здесь буква. Окей. Так, правильно? Правильно. Так, ложим циферки. Что у нас по циферкам? 6, 4, 7. Либо 6, 7, 4. Либо наоборот. Ладно. 6... 4, 7. Значит, 7, 4. Хорошо, 4. 6, 7. А, типа 1, Б, С. Все, 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 хорошо. Значит, наоборот, 7. 7, 4, 6. Вот. Привет. И зачем ты руку тянешь? Ты зигуешь? Нихуя себе. Руку тебе порежу. Что тебе дать? Яйцо? Бля, прикиньте, вы так рели у себя. Вот сидите, да, вы спокойно смотрите телек. И челик руку поднимает какой-то, и, блядь, она вылазит с экрана. Это ж пиздец. Все, отдай куб, блядь, и вали. Окей, это странно. Согласен. Так, где у меня было два куба? 3, 9 и 2. Раз куб. Два куб. Так, загорелся свет, я вижу. Ну, крутись, вертись, я не знаю. О, начал крутиться, вертиться. Мне типа открывается портал. Голова третья. Сарай. Или хлеб. Ё-моё. Идти мадрить. Тут одни головоломки. Фуф, с офиса сразу в какую-то херовину. Ладно, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Пока. До новых приключений в Case 23.